общем, друзья мои, я полностью переработал свой крафт и сделал вот такое вот. Ну, вроде в практике себя нормально ведет. Поэтому, ну что ж, Клевер показывает своим подписчикам, что ты там сделал. Я своим показал. Я не понимаю, общем, тут одни пушки. Зрителям своим ты показал. Тут все из пушек. Всех мочить буду сейчас. Ну, тогда нажимай Е и Battle Mode. Yeah. Battle Mode. 12 минут 39 секунд. Нормально, это так там это до ранки батла. Так что счастье. Ну там до этого, кто он там? Как бы тебе сказать? Да вот такого то битвы видел там сбоку на табличке. Я уже пошел. Вот, я тут. А я уже еду. Не ври. Ну блин. Я знаю, что ты врешь. Г-г-г. Знаю, где ты. Я еще не появился. Ну, слабак. Слышность. А что, одна и та же карта просто? Да нет, потом почему другая? Стороны, нет, это другая. Да, мы в тот раз на снежной были. А может и с другой стороны? Просто с другой стороны. Так, ты где? Я вперед, то... бой. А ты за мной. Что ты там себе построил? У тебя что, оружия нету? У меня все в оружии. Ты че? Тут подград какой-то ездит. А, нет. Оглянись, посмотри, что я себе построил. Зацени, Клевер. Видишь? Я стою, жду. Вот он я. В тебя врезался. Лепешка какая-то, блин. Сам лепешка. Уж получше, чем у некоторых. Знаешь ли. Че? Да, я чё. А где у тебя пилот-то? Пилот внутри. Ала, ван, несётся, да. Да-да-да-да-да. Опа, сзади, сзади, сзади. Ладно. Где-то кто-то будет стрелять, я даже понять не могу. Там и на мосту стреляют. Вот он. Всё, я попал по нему, попал. Тот завалил. Это гад. Все, я еду валить их в нее базу. Вот это very easy просто сейчас. Если честно. У меня секунда. Какая секунда? Тебя что, уже кто-то завалил? Там знаешь, сколько народ налетело. Я не знаю, куда это поехал. Ой, игроки еще толком не знают, как играть. Валят их не красный щит, а через него эти пули не пролазят. Какие? А ты что, ты что ли стреляешь? Нет, не ты. Нет. Во, все, понеслась. Я-то умный. Ну ты молодец. О! Ну чё, давай. Я валю их в нее базу. На, врагу! Ты можешь, ты меня попал? В Эризе, да. Так вот. Сколько тут шума, пипец вообще. Они тут регенятся, я их валю, гадов. Они тут регенятся, стреляют, сколько шума, я сам себя не слышу. Джун-джун-джун. Я тут разберу. Все, я их базу валю. Давай-давай, я их тут мочу всех. Опа-опа-опа-па, на-на-на-на-на-на-на! Ещё одного валю-валю-валю! Не получится у тебя отрегениться! Вперёд! Чё, регенишься? Да, на! Нет, я уехал. Уехал, всё. Да, чувак какой-то ездит. Докапывается. Они не на того нарвались. Вот, как раз на меня они те нарвались. Так, стоп, кто меня там палит? У меня тут крафт прочный. Ух ты, блин. Идёте все от меня, сосиски! Сосиски безвкусные! Кто меня там валит? Тихо-тихо. На-на-на-на! Мне тут разобрать пытаются, и у них нифига не получается. Я с одной пушкой все без пушек завалили. Первый раз. У меня 5-й уровень, а у тебя только 3-й. Ха-ха-ха! Сбоку. Ага, что ты здесь-то испугался? Ну как завалили мой крафт. Глянь, у меня фары есть. А чё у меня не регенится? А все этот убрали щит. После 3 минут щит убирают. Опачки, кто-то наш портал гасит. Да вижу. Ой, все равно крутит мой крафт. Куда ты прёшь-то мне? Ты на мой танк нарвался. Ой, твой танк, это вот у меня танк. Куда побежал? Это я его добиваю здесь. Это я на одном сиденье. Что? Что? Мачканул. У меня 7-й уровень, а у тебя только 4-й, понял, да? Да, у меня на одно сиденье 2 пулемета. Сбоку едем.
Сбоку, клеер, за мной, видишь? Нет, я буду в лицо смерти смотреть. Фу. Мне надо отремонтироваться, потому что... А тебе никак уже не отремонтируешься. Почему? Сейчас у меня подобьют, я возродюсь. Возрождишься? О, я уже в тылу врага. А я здесь чуваков шарики, на голову шарики. Ищу, чтобы валить их нафиг, чтобы левел зарабатывал, чтобы шарик улучшать. А, все, шариком хана. Каким шариком? Кубиком. Север приехал на дно сиденье. Мочился. О, блин. Ух ты ж, какую они оборону выставили! Ты прикинь, у них чистая вся толпа тут стоит в обороне, они меня гасят, и они меня не загасили почти. Офигеть, почти. Меня 5 человек одновременно гасили. Несколько секунд, ты прикинь, какой у меня крафт стой. А силу они сейчас продуют. Да 100%, ты чё стопудово? Они даже выехать не могут. Да ты чё, они только в обороне и стоят, а мы на них прём. Танки такие, в особенности у меня. Ой, лепёшка. Ой, у кого из нас еще лепешка? А у тебя сосиска. Так, они там выстроились, да? Не а знаю. Мы сейчас сам есть. Ой-ой-ой, мне тут кто-то с этого. Ой, ой, мне тут что-то разворачивает. Ой, чё? Чё меня так вертит? Ой. Вертит, что-то как-то не могу понять. Во-во-во. Тихо. У нас для партнера. Наш портал атакуют. А? Нашу базу валят. Ясно. Ой, что у меня так вертит, крутит машинку. Вот, все, перестал крутивертить машинку. Ништяк, поехал валить. Прикинь, они нашу базу толком не гасят, а мы их не вовсю. Вот, и уже там. Какая-то фрикаделька. На трассе. На, разбираю. Клевер, помоги, меня тут гасят. Ага, я помогаю. Видал, как чувствуешь? Клевер, нет! А? Да, я помогаю. Ты меня не видишь. Ты вообще не там. Я-то у них на базе, а ты не на базе. Все, последние пушки ошибли, все. Клевер, ну ты слоупок, я тебе честно скажу. Я тут защищаю. Мы командой должны работать. И так команда работает. Какой командой? Ты там где-то у себя, я у себя. Не надо, мы их портал должны валить, клевер, блин. Я понял, мне же надо ехать. Давай езжай, я сразу за тобой буду. Как ты будешь за мной, чё прячешься? Ну я за тобой еду, вон я догоняю тебя, видишь, стреляю в тебя. Я прыгаю. Опа! Можешь так? Там кто-то сзади. Сзади, вали его, вали, клевер. Опять этот самый, клевер, сзади. Клевер, блин, тупень! Нету никого. Ты чё такой тупой там сзади? Вон он! Ты мой зеленый ник видишь? Вижу, я далеко что-то. Тьфу ты! Толпахнутый клевер. Я тебя вижу на горе. Тут чувака валим. Ага, тут мелкая какашка. Такая вон, красненькая, вон. Валю. Спасибо. Да, завалил. Вон есть сверху. Да, вытрёпывались. А чё-то вы вытрёпывались, это ты нам не мог помочь. Вот его валить изо всех сил. Три слабака какие-то, блин. Ёлки-палки, блин, перевернул ещё свой. А это чё за хрень плоская? Так, я переворачиваю свой крафт. Опа-на, перевернул. Так. Ага, куда, блин, попёр, ребят? Стоять! Так. Думаю, я не понимаю, что у меня тут происходит, где зад, где перед. Лился. Че, ты думаешь, победишь меня? Куда прячешься-то за камушки? У него сосиска какая-то. Че у меня так ездит? Не той стороной. Я не знаю, как у тебя там ездит, у меня тоже такое бывает, а я по нему все мажу. Да, завалил. Как я его, а? Я его завалил, ты там где-то за камнем был.
Опа-на, еще один, еще один на раздаче. Вот да, Давай попадешь, что ли? Он попал уже. Это тут на базе у нас вообще... Один без колес ездит. Где я-то? Кто тут? Я чуваку последние пушки отбил, он теперь пушечное мясо. Что-то они это, оборзели, мне кажется. Нет, не кажется, они вообще. Че за бочка? Там мы с нее базу должны валить, они наши. Ба-ба-ба-ба-ба. Готовы. Да я его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тут кто-то. Нет, что я сваливал. Не кошарись, непонятно. Ага, я тут охраняю. Ты шо? Я центральный переход охраняю. От врагов. Я уже, блин, почти 11 уровень. У меня 20 скоро. Ага, 20. Не хочешь только, что у тебя 8? Не хочу. Внизу. Внизу ти. А, смотри, Клевер, у тебя я в левом нижнем углу экрана есть. Не отвлекай меня, я шарики мочу. Клир, клир. Ты свои шарики валил. А, тебя завалили вообще. Тут ровная битва идет, прикинь. Они разогнались. Не кажется. Это мы их валить должны, а не они нас. Так, мы-то со школьниками играем. Ага, вон, гад. Стоять. Я не знаю, кто у тебя там где, но я решил настроен всех объехать и поехать валить. Да. У меня тут школьников много. Ага, не у всех. Кстати, ты знал, что в основном в эту игру американцы играют? Да? О, все хана. Разозлили вы Клевера америкосы, да? Ох, вы тут притихли-то, а? Все притихли. Валим. Блять, моя машина. Думаешь, почему они такие некоторые скилловые? Как у меня пушки ломают? Клер, ты меня вообще слышишь? Я подожди, меня воюю. Это у него бронированная машина какая-то. А ты на правую кнопку пушки нажимаешь, и у тебя там показывается. Чего? Ну вот, а у тебя прицел врубается. Врубается? Прицел, да. Надо нажать и удерживать правую кнопку пушки. Ой, меня тут валят, люди валят. Я тебе помогаю. Заметил, я тебе помог? Ты мне вообще не помогаешь, я у них на базе тут сижу, валю их всех. Тихо, ты меня прицел. Че, чувачок? Там вообще на базе никого нет, ты своего валишь. Не могу я своего. А, ну да, он красный был. У меня машина застряла. Красный это враг, синий это свой. У меня машина застряла. Это я. У меня машину толкнуть надо. Ёлки-палки, нажми F английскую. Не хочу, я буду тут, я спрятался, всё. У тебя машина поднимется, ты снова ехать сможешь. Воздух, что ли? Ну, ты, она у тебя, нормально выполнится. А как нажал? Так? Ну, вот так. Она у меня куда-то взлетела. Да, сейчас оп... И чё? А смысла нет? Всё, можешь ехать. Не могу. Ну ёлки-палки, Клеер, ну ты вообще... Тут своим мощным боком защищаю. Кого ты защищаешь? Я не защищаю, я атакую. Как мне оторваться отсюда? Я не знаю, ты что дело, у тебя там... Тут жарко вообще. Жарище. Какой-то кубик. Валю. Валю кубище. Топ. Блин. Че перенос-то? Как ее на ноги поставить? Кого на ноги поставить? Все нормуль, ты че, Клевер? Я машина вверх ногами. Сейчас я тебя толкну. Ладно, я уже это переворачиваюсь. Ты в воздухе пошевелись. Да, так же, как. Я уже научился. Поздравляю, поехал? Да. Ух, че. Блин. Опять что? SMG hover spotted. Ой, ты Клевер. Все, выровнялся. Все, поехал. Так, все нам нужно. Ты че все это время?
базе? А? Ты это все время был на базе? Я не мог встать. Ты Вася Клевер, конечно. У меня застряло. А, куда? Куда, куда, куда? Ты видел, 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 видел? Видел, он слетает. Какой шут, ты чувак? Стоять. Я поеду с той стороны сейчас. Захватил. Окружай его, Клевер! Ага, подожди. Окружай. В этот раз ты рахлетает. Так. Сюда. На. Где он? Вертится он тут, не вертится. Где? На, завали. Все, его уже нет. Где он? Я приехал разбираться. С другой стороны кто-то палит. С другой стороны. Ой, чё это? О, на, мы победили, мы победили. Ихнюю банку завали. Ты дал, мы дали. Вся команда. Мы все молодцы. Клевер, ну ты помолчал. А кто из нашей команды еще чуть-чуть-то, а? Ой, дал мне даже. Чё тебе там дали? Ничего тебе там не дали. Тебе деньги дали. Бабосиков. Бабосиков. Ну всё, да. Дорогие телезрители. Я это хотел сейчас заканчивать. Чё ты хотел? Заканчивать. А-а-а. Ну давай, ну, что ж, закончим. Мы с Лейром сыграли пару боёв. Показали вам, что это за игра. А на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клевера, вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами Алмазный Клевер. До новых встреч на канале Клевер. Ура! Ту-ру-ту-ту-ру! Пока!